Очередной тур первенства вузов по пляжному футболу прошел под эгидой «Опыт против молодости». Данный тур закончился для всех с неожиданными результатами. Обо всем по порядку. Первыми предстояло встретиться командам Академии связи и Шарики. С первого периода матч сразу подарил нам массу опасных голевых моментов. О чем говорить, если после первого периода счет был зафиксирован на отметке 3-2 в пользу Шариков. Стоит отметить, что первыми повели в счете связисты, но из-за своих же ошибок получили в ответ 3 мяча. И лишь усилиями всей команды им удалось сократить отставание перед концом первого периода. Второй период начался с того, что связистам удалось сравнять счет, но как и периодом ранее, они вновь не смогли что-либо противопоставить игрокам Шариков, вновь пропустив трижды. Заключительный период ничем примечательным не запомнился, лишь один удар достиг конечной цели. Иосиф Барт увел команду от разгромного поражения, итоговый счет 6-4. Следующими на поле появились игроки Студовика и РГГМУ. За 2 периода футболисты Гидромеда сумели распечатать вратаря соперника однажды, и то лишь на последних минутах второго периода, несмотря на то, что моментов на взятие ворот было в избытке. Правда, при этом пропустили 3. Третий период стартовал при счете 3-1 и сразу же ознаменовался чередой спорных моментов. Началось все с неоднозначного назначения пенальти, который перевел к голу, а соответственно и к увеличению отрыва. Почувствовал свою игру и Александр Храмов, который за минуту успел дважды огорчить Студовик, но на большую команду не хватило. Итоговый счет 4-3. Студовик отбивает очки у РГГМУ. Игровой день четверга начался с крупного поражения «Красной Зари» Асгарду. Ход событий полностью отвечал расстановке сил на поле. После первых 2 периодов ворота «Красной Зари» поразили 5 раз, при этом отыграть им удалось лишь 1 мяч. Третий период остался за «Красной Зарей» 4-3, но на итоговый результат это уже никак не повлияло. Матч окончился безоговорочной победой Асгарда 8-5. В заключительной игре недели встречались команды Горного университета и лидер первенства МЧС. За 2 периода горнякам удалось навязать борьбу спасателям, о чем говорит счет 3-3. Но такой результат не устраивал лучшего снайпера чемпионата Степана Сурмила, который повел за собой команду и за третий период ворота соперника залетело 4 мяча. Степан же оформил хэт-трик, и теперь его бомбардирский счет перевалил за 20 мячей. Итог 7-3 в пользу команды МЧС. Вот такой интересный получился пятый тур в первенстве вузов по пляжному футболу.